Прием заявок на участие в акции «Народные итоги года» продолжаются. Уже с 3 декабря мы будем каждый день в эфире Информбюро показывать победителей. А пока продолжаем принимать от вас видео, где вы делитесь с нами самым сокровенным. Самое лучшее, что произошло со мной в этом году, я нашла свою родную сестру. Наши достижения за год – мы научились самостоятельно кушать. Этим летом я добрался до города Нуку за 19 дней, проехав на велосипеде 2088 километров. Для участия в розыгрыше призов отправляйте нам на WhatsApp номер 8-777-331-3131, короткое 20-секундное видео. Вам нужно представиться, сообщить, из какого вы города, и рассказать о самом главном событии в вашей жизни в 2019 году. Победителям достанутся сертификаты на покупку электроники на сумму 60 тысяч тенге. Финальный тур конкурса пройдет на нашем YouTube-канале «Информбюро 31». Победителя выберут зрители. Ему мы подарим суперприз.